Thank you.
Ну, в общем-то, это первый шажок взаимодействия с парнем. Видите, как со снимком проходит. Громче. Вот, кстати. Прям поржавче, не поржавче. Так а нужно зимно через сцену свои седьмые сюда. Ну как? Ну, допустим, есть. Да, 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 да
Поехали сейчас, да, а Олег Карачев просто по всей площадке. Держим Баланчика именно. Надо понимать, что в принципе с задней линии самая эффективная в паре, самая эффективная, когда вас гоняют, когда вас загоняют, когда вас самый эффективный отыгрыш. Thank you.
Потому что если уж очень сильный удар, будет совсем плохо. Тогда он будет как на ракету на воздух. А если чуть сильнее, он сам То есть никто их не отменяет. Ну, тоже здесь раньше, чем вы раньше сыграете, ну, попадете по валанчику, тем тяжелее будет напасть соперник. Ай-яй-яй, простой удар. Что происходит? Зависит. Еще 10 секунд. Рано. Поменялись. Константин, каждый раз движение в центр, да? Хотя бы небольшое. То есть не надо стоять на месте и укорачивать. Красиво было, но надо попадать. Вся эта красота, которая нужна для одиночки, да, все надо перенести сюда и теперь попадать. Здесь очень важно, чтобы чистота была, потому что напарник вас не поймет, если вы будете промахиваться. Вы здесь играете за двоих, не за одного. Видите, сколько ошибок? На ровном месте. Надо почище, как найти. Олег, центр-выход. То есть движемся, не надо тоже отстаивать на сетке, а потом в сторону движения делать. Нет.
Замахов, да, все короче. Вы его должны тоже гонять, вы не должны его навешивать. Плоский откидку. Видите, сколько, Константин, на ровном месте. Очень много ошибок. Топ, чуть-чуть отдыхаем, потом валанчики в центр и многоваланочку. Чем больше, тем лучше. У нас 4 туда хватит. Кучками по сколько-то определенно? Не, прям все. Прям все. Сейчас простое упражнение. Работаем также вдвоем. Смеш, плоский, добивка. Это все один человек делает? Это все делает один человек. Потом следующий идет. Меж плоский добивка. А, плавный выход сетки. Плавное это. Да, да. Оно самое. А? Да, пока одну, потом вторую. Да, а что нет? Ну не зачерпну, не надо, чё. Thank you.
держать область свою. Ты смогу сюда. Ну, а кому ты? Если битый, то давай сюда. Когда все это играют, то
С самого начала.
Еще раз, в Москве, в порядке, вам надо, да, сидеть.
Типа плоские на сетке. Да.
Минутку подождешь, я это. Бегут там.
согнуть. Я понимаю, что выпрямились тяжело. Вот, гибаемся. Константин, с открытой таким надо играть, открытый. Еще раз, все сильные в основном все-таки открытый. Thank you.
Поехали, вторая сторона. А вы как-то в центре все делали? Нет. Вторая сторона комбинации. Thank you.
выше и поддерживает. А? Все делаем. Сколько? Посмотрите. Зайдете на сайт сами. Я не помню даже. По-моему, не за 300. Посмотрите. Ну прям зайдите вот сейчас на этот, на под своим логином, паролем, потом вас туда Кстати, а у вас же есть клубы, клубы, да? То есть тоже одно не прошло. Уже устали?